есть человек. Денис человек, правильно. Лучше появиться в философии, нет, есть человек. Ну плохо все у вас, нет. Да, гаишники неправильно паркуются. Что вы тут делаете-то вообще? Мы не можем сказать, Могу вам открыть и зачитать. Дежурной части в ГИБДД. Можете. Еще раз представьтесь. Старший лейтенант полиции Чебыкин Василий Леонидович. Чебыкин Василий Леонидович. А не подскажете, чье транспортное средство? Ваше, да? Так точно. Водитель вы? Нет, не я. Не вы, да? А нарушено правило дорожного движения. Необходимо привлечь водителя. А вот видите разметочка для парковки? И есть парковочный карман. А по правилам ПДД как надо стоять? Мы бы обязательно включили проблесковые маячки. То есть у вас нарушения нету, да? Точно. Здесь уже идет не парковочный карман. Парковочный карман вот заканчивается. Я сейчас тогда номер экипажа зарегистрирую. И состав экипажа, второе лицо. Можете представиться? Директор ДПС, сержант полиции Гуров Андрей Денисович. Гуров Андрей Денисович, очень приятно. Уже встречались, да, видимо? Да, вы меня запомнили. Водитель кто? Я. Вы, да? Объясните мне мое нарушение, пожалуйста. Ну зачем я буду объяснять? Вы это все знаете. Ну вы говорите, что я нарушаю. Я вам утверждаю, что я не нарушаю. Почему? Потому что знак парковки отсутствует там, правильно? Когда вы говорите, парковка есть только для инвалида, верно? Нет, вот там дальше нет. Есть знак. Пойдемте прогуляемся и посмотрим, если там он отсутствует, то что? Он там не отсутствует. Нет, я вам еще раз вопрос задаю. А если он там отсутствует? Да, вот где знак парковки? О, он, видите, квадратненький висит. Идемте дальше. Можно, пожалуйста, попросить от проезжей части отойти? А вы сами почему едете за проезжей? Потому что я сотрудник ДПС. А почему вы вообще без светоотражающих жилет? Потому что согласно 575-му приказу ДСП. ДСП? Конечно. 32-й, пожалуйста, ознакомьтесь. Вот значок. Есть значок? Парковка. Хорошо. Парковка действует до какой-то на пути. Это вам виднее. Так я вам вопрос задаю, вы же говорите, что вы правы. После знака парковки везде должна быть на парковке линия разметки. Хорошо. Правила дорожного движения, пожалуйста, могу вам открыть и зачитать. Ну, зачитать. Это первый момент. Было бы очень любезно с вашей стороны. Второе, смотрите, как обращаться к вам можно? Денис, человек. Человек Денис. А если по-серьезному, Денис, отчество? Нет, это отчество. У человека не бывает отчества. Ну а плохо, что у вас. Что, да, гаишники неправильно паркуются. Вы-то все правильно снимаете. Потом ваш паркуют. Не-не-не, вот все в порядке. Вот здесь вот идет линия разметки. Где вы видите? Она по стенкам выявлена, видите? Нет. Территория не предназначена для чистки, понимаете? Не предназначена для чистки? Да, проезжая часть предназначена. Это уже территория магазина. Это не к нам вопрос. Денис человек, правильно. Вы же говорите, что у вас очень нет, есть человек. Все можно парковаться как угодно, нет, да? Нет, дальше нельзя парковаться как угодно. А дальше как можно парковаться? Согласно ПДД. Подождите, а вы сказали, вы водитель, а доверили кому-то еще сидеть за рулем? Он же не водит. Вот нет. Он когда будет ехать хотя бы сантиметр приедет, тогда он будет находиться хорошо, под управлением. Хорошо. Денис человек, на камеру-то зафиксируйте.
А с какой целью вы тут вообще стоите? Можно поинтересоваться? Нет. Нельзя поинтересоваться? То есть, вы только удежу на части можете поинтересоваться. Вы нарушаете как бы... Нет, вы у меня не можете поинтересоваться, а у дежурной части в ГИБДД можете. Можете. Так зачем интересно. Вы тут стоите, да? Ну, конечно. То есть мы они должны мне сказать, зачем вы тут стоите, а вы сами не можете сказать. Мы не можем сказать. То вы о себе ничего не можете сказать. Почему мы о себе не можем ничего сказать? Ну, только что вы сказали, что не можете говорить ничего. О. Это тайные действия. Нет, какие-то? Поясните, поясните, пожалуйста, свои слова. Ничего, это что значит? Ну, вот я хотел бы поинтересоваться. Я на ваш вопрос конкретно ответил? Нет. Конкретно, да. Что вы сказали, что вы я не можете сказать? Я вам не могу предоставить эту информацию. Какую? Зачем вы тут стоите? В смысле? Вы говорите сначала почему, потом зачем. Зачем вы тут стоите? Вы должны мне сказать, зачем вы тут стоите. Что вы тут делаете-то вообще? Мы здесь несем службу. Службу несете? Да. Останавливаете машины? Ну, мы проверяем документы. Причины-то остановки называете, нет? Мероприятие у нас проводится. Какое? Алкоголь. А, вот постоянно алкоголь. Я полгода назад спрашивал, вы говорили. Ну, это алкоголь. Вы просто так попадаетесь. А, я попадаюсь, да? Ну, вы постоянно к их инспекторам подходите, когда других мероприятий нет. Понятно. Вы почему-то, когда останавливаете без причины, прощения не просите и не говорите удачного. Подождите, я останавливаю без причины. Вы не знаете. Да. Меня уже останавливают. Кого? Я вас? Да. Я вас? Да. Вы путаете. Не наговаривайте, пожалуйста. Может, вы меня с кем-то путаете? Да ладно! Все горит, дай бог. Да. Да? Потом не было вопросов. Не надо снимать, не нужно, пожалуйста. Почему? Потому что вы это будете выкладывать в сеть, а я вам запрещаю выкладывать в сеть. Ну и что? Удостоверение нельзя снимать. Так вы запретили. Теперь можно уже снимать. Гуров Андрей Денисович. Вам что нужно там? Мне нужно показать вообще, параллельно проехать, правильно вы стоите правильно? Или неправильно вы стоите. Ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части. В один ряд краю проезжей части дороги. Угу. Мы оставим обращение и там разберемся. Давайте так. Ну давайте. Ладно, хорошо. Отправил вот такой вексель. С оборота наклеил чеков, сколько влезло. Пришел такой ответ, видите, персону не указывают они. В самом ответе они немножко исковеркали, пишут человеку по имени Денис, не совсем так, как я указывал. Ну да ладно, по итогу написали, что обращение закуспировано. То есть так или иначе проверку проведут. Будем ждать результатов.